Всем привет, ребята, и вы на канале Катюшкины игрушки. И кто помнит, в сентябре я снимала видео, которое называлось «Коллекция моих слаймов». И попросила собрать вас 10 лайков и сказала, если на этом видео наберется 10 лайков, то тогда я выпущу вторую часть. Ну, там набралось 11 лайков, спасибо огромное. И я решила сегодня снять вторую часть. В этом видео будут такие слаймики, как Клауд, Баттер, покупные, самодельные. Ну и давайте уже начнем. Сегодня я буду показывать всего лишь 9 слаймиков. Я решила вам показать первый слаймик, который я уже вам показывала, но все равно я вам решила его показать от Slime Fendi. Я уже снимала распаковку. Он мне очень нравится. Вот, и он в прекрасном состоянии. Давайте я вам его поближе покажу. Вот, смотрите, какого он прикольного цвета. Здесь добавки, колечки, пенопластовые шарики и foam chunks. Он безумно вкусно пахнет йогуртом. Желейной текстуры такой. Вот. И он безумно нравится. Мне кажется, он... Мне больше понравился, даже больше он понравился, чем палетка. Не, палетка мне тоже, конечно, понравилась. Кстати, кто не смотрел это видео, обязательно его посмотрите, оно очень интересное. Так, вот. Это был первый слаймик, еще раз повторюсь, от Slime Fendi. Он еще, я говорила или не говорила, но скажу, он очень вкусно пахнет йогуртом, вот. Так, второй слаймик, это покупной слаймик, мне его подарили на 1 января, он называется слайм стекло. В нем просто безумно много блесток. Вот, смотрите. Давайте я достану. Он, конечно же, уменьшился, но свойства свои он не потерял. Вот, посмотрите. Это тоже оригинал слаймик. Он ничем не пахнет, ну, как бы, как пахнут покупные все слаймики. Но почему-то он мне больше всего нравится из покупных. Я не знаю, почему. Может, потому что в нем много блесток. И, не знаю, я вообще люблю блестящее все такое. Вот, поэтому, да. Вот такой вот слаймик. Следующий, это вот такой вот слаймик. Кстати, кто не знал, у меня есть инстаграм-магазин со слаймами, и у меня появились фирменные логотипы и коробочки. Но такие логотипы у меня скоро появятся другие, здесь написано handmade. Вот. И вот такие вот коробочки на 80-30 и маленькие совсем. Вот. Ну, на миллилитр. Короче. Давайте его откроем. Баттер слаймик. С добавками блесток. Он пахнет каким-то лимончиком. Я туда, хотя ничего не добавляла, но он чем-то пахнет кисленьким. Вот. Ну... Он мне тоже очень нравится. Он... Сейчас вам покажу, как он размазывается. Вот. Ну, тоже очень прикольный. Следующий слаймик, это тоже Баттер слайм. Такого
можно сказать, бананового цвета. Ой. Он, смотрите, он с добавлением колечек. Вот колечки. И блесточек. Он тоже баттер. Он тоже, ну, он лучше как бы размазывается, но все равно мне все баттеры нравятся. Мне кажется, у меня больше всего в коллекции баттеров. Не знаю почему. Вот, и он ничем не пахнет. Вот, но мне все равно он очень нравится безумно. Я его сделала только вчера, поэтому он еще в хорошем состоянии. Следующее, это вот такие вот два слаймика. Вообще, это один слаймик, но мне не поместилось в одну коробочку, поэтому я их на две разъединила. Этот слаймик пахнет очень вкусным апельсинчиком. Это тоже баттер. Он безумно матовый. Здесь уже нет никаких добавок, но я вчера с ним очень много игралась. Хотя я его сделала тоже только вчера. Вот, но он просто, я не знаю, сколько я, ну, час точно я с ним игралась. И просто он тоже в прекрасном состоянии. Таким же остался, какой был. Вот, ну и давайте покажу, как он размазывается. Вот, он тоже хорошо размазывается и тоже очень прикольный. У нас осталось 3 слаймика, и я хочу открыть Клауд. Я обожаю Клауд слайма. По-моему, это у меня первый из моей коллекции Клауд слайм. Смотрите, он не очень хорошо дризлит, но все равно мне он очень нравится. Я обожаю так делать. Вот, ну. Он тоже, мне тоже он очень нравится. И тоже очень прикольный. Следующий слаймик, это слайм с добавлением снега. Он очень бледного розового цвета. С пенопластовыми шариками. Смотрите. Он тоже желейной текстуры, желейной текстуры, он очень прикольный. Вот, он немножко липнет, но это ничего страшного, это он сделан недавно. Вот, поэтому да. Ну и последний, это баттер слаймик. Он ничем не пахнет и немножко липнет. Смотрите, здесь один фом чанкс. Я не знаю, почему один, но почему-то один. Нет, это не шармик, это такая добавка фом чанкс. Вот. Но зато он очень мягкий. Хоть и липнет. Давайте я его размажу. Он тоже очень хорошо размазывается. И, в принципе, тоже очень прикольный. И мне он тоже очень нравится. Вот, ребята, на этом я видео кончаю. Ну, если вы набрали 10 лайков, то давайте наберем 15 лайков. Мне кажется, для вас это несложно. Вот, ну и если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и пишите в комментариях, как вы еще хотите видеть видео на моем канале. И всем пока-пока!